Hey, йога, если мышки, мы продолжаем проходить игру под названием Tales of Borderlands. Короче, если вдруг что, не буду прощаться, просто буду заканчивать серию, если что, я буду замечать. Я просто не знаю, насколько эпизоды долгие и долгие ли они вообще. Сканируя череп Скага. Альфа Скаг, чем питается, всем подряд, где обитает, где захочет, слабые стороны, лучше бегите. Существование подобных альфа-самцов говорит о начале иерархии у скагов. Самый крупный и сильный урод задирает остальных. Тут есть пауза? Серьезно? Анализ завершен. Муравей-паук рабочий. Любит свою территорию. Не любит чужаков на своей территории. Муравей-пауки — это земляные насекомые, обитающие на открытых пространствах, агрессивные к чужакам. А еще многие из них расисты и ненавидят ваш... Так, ваш любимый ресторан. Так, мордоплюй. Анализ завершен. Мордоплюй убит в морозных... пустошах. Интеллект низкий, скорость довольно высокая, сила большая, охуительно большая. Чем больше руки, тем так веселее. Вот давай поглядим на его смелее. Песенка про мордоплю. Гораций таксидермист. Ого. Здесь все животные выглядят как здоровые монстры. Так, сканировать. Голова гигантского жука. Анализ. Безбашенный оборок. Происхождение. Эгрус. Слабые места. Горло. Сильные места. Кровожадность. Позитивный настрой. Охота на бросок противопоказана детям, пожилым людям и всем животным. Серьезно. Бегите, они невкусные. Так. Сплор Гульда. Такой впервые, да, видим? Прогуль, повелитель плоти. Длина 15, ширина 4. Запах изо рта ужасный. Говорят, что некий ритуал с цветными бочками может производить сплоргуля из глубин океана и заставить его танцевать. Посмотрите. Говорят, что некий ритуал с цветными бочками... может производить споргуи из глубин океана и заставить его танцевать. Это отсылки на все части Borderlands, где взрывные бочки мы взрываем, и знаете, типа рыба прыгает там, танцует. Это вот, походу, она и есть. Ха, прикольно. Сканирует. Человек в кресле. Анализирует. Профессор Понимба. Оазис. Так, месторождение Оазис. Ну, мы там были с вами, мы уже это помнили. Так, статус. Чучело. Причина смерти. Околотая рана. Последние слова, и что? А ножом меня порнешь. А можно быстрее двигаться? Знаю, чучело животных это ладно, но вот это уже жутковато. Вход в зал знаменитости Пандоры находится здесь. Встретитесь лицом к лицу с значительной личностью планеты и узнайте, как они закончили свое существование. Пожалуйста, смотрите под ноги. Удивительно, что став свидетелем того, как внезапно могут оборваться жизни. Выбора нет. Давай попробуем пройти здесь. О, это мы помним. Это из второй части, да, который типа взрывной парень. Сканировать. Анализ завершен. Зажигательные гранаты. Деактивировано. Урон 2,50. Радиус взрыва 300. Так. Содержка взрывателя, так возможно. Это еще что-то было.
без которого не содержит подойти его с братом Бумом, был прав рукой. Как можно догадаться, по его имени Бум увлекался метанием взрывчатки и подрывал, как и все местные. Но это ссылка на первого босса из второй борды, где один был на в танке, а второй кидался. Комбинировать рука мертвеца. Оружие. Так, пулемет с нейроуправлением. Тип оружия шлаковое. Владелец профессор Накаяма. Модификация установлена вручную. Разве псих стал бы встречаться в позвоночник руку пулемет? Профессор Накаям псих. Смотри, у него осталось еще гиперионское оружие. Правда? Возьми его. Гиперион хорошо платит за такие... Упс. Так, анализ завершен. Гниющая рука. Обнаружено инородное вещество. Анализ. Эридий. Инопланетный минерал. Часто используется в производстве оружия. Вопреки заблуждению, не увеличит... Так, половые органы. О, я его помню. Кто это еще был за странец? Работающий на гиперионце ученый следовал профессора, как и Накаяма был одержим идеей колонирования красавчика Джека, чьей личностью он восхищался. Погиб при падении с лестницы. Что, даже жутки про это не отпустили? Похоже, стычки на улице. Я не вот не помню. Вот он, кажется, с... Я не помню, в какой он был части. Кажется, в... Во второй же, да, тоже части, или нет? Вот не могу вспомнить. Профессор. Ладно, анализ завершен. Самодельный модный аксессуар. Владелец Шейд. Производитель Шейд. Для людей, которые хотят выглядеть модно и заявлять о себе. И не совсем в здравом уме и твердой памяти. Уроженец Пандоры и истинный гуманоид. Шейд пользуется уважением своих земляков, жителей Оазиса. Он отлично, невероятно чистым разумом. Нам будет его не хватать. Мне тут вообще не нравится. А ничего, вас не смутило, что у него ракетка немного из сорта вылезла? А профессор... Блин, я не помню. Подожди, это до... После, да, роботов. Профессор, давайте вспоминать. Я дрался с его обезьяной или что-то типа того, потом профессор появился. Кажется, вторая часть, да, вторая часть. Анализ завершен. Мозг коменданта Стил. Статус углеродные ноутбуки. Разработка военных. Содержимое мозг. С улучшенным от между планетами ниндзя убийцы железяки. О, стой, ее дыру можно тоже сканировать? А нет. Комендант Стил был когда-то женским лидером Агония Копья. Алла Копья. Лидером она была до самой гибели, пока ее не произошло щупальца. Потом она была убита во второй раз, вскоре после воскрешения в виде причудливого зомби-робота. Может, дальше пойдем? Постучать. Закрыто. Ты издеваешься? Мне кажется, мы зашли с черного входа. Может, выйдем и поищем главный? А там же снаружи бандиты повсюду. Может, на одном из этих тел есть ключи? Ага, если случится, найдем ключи, будет просто здорово. Так, посмотрите в поиске ключа. О! Шейд. Нисколько не безумен. Как дела? Не очень. Ты?
handsomest devils I've seen in ages. Я таким... Почему ты притворялся мертвым? Мертвым? Нет, 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 спящим. Может быть, он и мертвым? Вы торопитесь с событием. Что? Что это вообще за место? Аттракцион какой-то, что ли? Тут какой-то жуткий, уродливый кукольный театр, и я... Спасибо. Меня зовут Шейд. А это? Это мой мир интересностей. И скажу вам сразу, мне очень жаль, юный джентльмен, что вам довелось увидеть его в таком жалком и плачевном состоянии. Время ничего не щадит, сами понимаете, вообще ничего. К сожалению, мы закрыли на реконструкцию. Мы здесь для сделки. I mean, we can do other things. Мы ищем человека по имени Август. Что-то знаете об этом? О, конечно, конечно. И чего вы сразу не сказали? Вообще-то, вы опоздали. Да, мы знаем. Да, если хотите купить что-нибудь старинное и нелегальное, то вы пришли точно по адресу. Загрузочка. Моя дедушка основал это место. Он был настоящим мудрецом, ну, знаете, животных налюбил. Вообще-то, он до сих пор такой, ведь он определенно жив. Ну вот, само дело. Где вы были? Оазис. Обычно ребята из Гипериона были Ах, ну извините. Я не знал, слышали ли вы взрывы снаружи, но знаете ли, нам пришлось вырезать около сотни бандитов, чтобы только поступать в теплющую дверь. Как раз время для веселых коллекций. Ну что ж, такая жизнь на Пандоре, если не наводить на всех панику, всегда найдется урод, который сделает из себя машину для убийств. Ну ладно, занимайтесь своими делами. Я Август. Ну, вы и так это знаете. Август, парень с ключом. А это... Васкис придет. Теперь ты имеешь дело со мной. Хьюго не смог прийти. Да, он съел что-то не то с самого обеда и закрылся в уборной и не выходит оттуда. У него там прет изо всех щелей, если ты это... Ладно, я понял, хватит уже об этом. Так, как тебя зовут? Риз? Я так и сказал, не так ли? Конечно. Ладно, садитесь уже. Быстро начнем, быстро закончим. Итак, скажите, покажите деньги. Нет, сперва покажи ключ. Покажи деньги, вон. Без проблем. Так, ладно, извини, тут куча паролей. Что не так? Тут нет проблем, просто технология нюанса, подождите немного. Может, это даст тебе стимул ускориться? Но это штука половина, да? Или это... Вы хоть раз в своей никакой жизни видели что-нибудь потраченное? Это прекрасно. Это уж уж точно. Что ж, обычно я провожу дела по... Погоди. Что? Я... Мне это не нравится, у меня плохое предчувствие. Какое причёса? Слушай, ты же сказал, если мне это что-нибудь понравится, то я говорю, и мы уходим, так? Давайте уже покончим. У нее все? Да, она просто психону. И с ней такое иногда бывает. Саша, какого черта ты делаешь? Мне все это не нравится.
Смотрите в эти тупые лица, они точно что-то задумали. Что ты это несешь? Они оба такие... Два, сэр! Нет, сэр, у них есть деньги. Они все согласны. Ничего плохого в этом нет. Никто так не делает. Тем более мартышки из Гиперион, которые проще всего вырваться, чем это... обговорить. Саша, послушай меня. Понимаю, ты не доверяешь Гиперину. Как ты догадался? Да, знаю, у тебя нет никаких причин нам доверять, но вот это я скажу тебе. Мы не такие знаменитые уроды. Вообще, мы пытаемся найти одну перцу, и для нам нужен ключ. Так что я прошу тебя, возьми деньги, и мы разрушим жизнь самой большой мрази в Гиперионе. Пожалуйста. Значит, ключ вам нужен для того, чтобы обмануть какого-то гиперионскую шишку? Именно так. Ладно, я не против. Круто, давай уже приступим. Так, стой, давай разберемся. Август, все хорошо. Ну, то есть... Не знаю, есть ли ты уверена? Нет, нет, все хорошо, предчувствие прошло. Август, соглашайся. Не уверен. Что сегодня подходящий день? Она сказала, что предчувствие прошло. Август, дружище, ладно тебе, сделка и сделка. Неужели мы зря пришли в этот путь? Нет, просто, простите, парни. Я думал, что буду иметь дело с Васкисом, а теперь эти... Это она думает. Лучше, пока мы за... Так. И хорошего. Может, в другой раз, парни. Милый, мы уже здесь и должны согласиться, правда? Нет, я передумал. Август, подожди. Рис, договорился по твоей части. Так сделай что-нибудь. Ну, бля, что... Август. Я не могу просто так отпустить тебя. Да ну. И как ты мне помешаешь? Да уж. Я так и думал. В его сердце закралось сомнение. Тут еще гораздо дерьмово завоняло. Так-так, вы только посмотрите, что тут у нас. Я как раз собирался перейти к своей любимой части. Ну, понимаете, кто и где появляется ты, руши мою жизнь. Ты, баблая пандорская дрянь. Защитное приключение, лживый гиперионский кусок дерьма. Мне и вправду защитное приключение. Ой, умолчи. Прекрати прямо в глаза. Попал. Жаль, я хотел, чтобы в лживую пасть тебе. Фион. Мошенница. Тоже, кстати, вы. Все, хватит. Добилась своего. И я не лгал, ясно? Я прекрасно... Да, и откуда тебе об этом знать? Тебе не... Так, не было. Ну, не могу поверить, что ты так и не догадался об этом. Конечно же, я была там, идиот. С тех пор, как ты не Твоя очередь, Фиона. Моя очередь? Чего? Расскажи мне о своем участии в сделке. А ты не мог меня спросить? Ты меня похитил уже несколько часов назад. Или дней. Возможно, и мог. Возможно? Я сидел тут и жарил в окружении старых рагов лишь для... Хорошо, я поняла. Этот жулик упустил самую важную часть всей этой истории. Как? Которую? Это трудно объяснить. Ключ от хранилища разбился. Ключ от хранилища разбился. Он мой, отвали! Черт, мужик, да ты не... ненормальный! На три части? А не, наибольшей части.
Wait. Стоп, стоп, стоп. Чего бы это вдруг стало важно? А ты хочешь рассказать, что все это твоя вина? Come on, that was not my fault. И ничего я не виновата, ну почти ни в чем. Not all of it. Are you making a face under there? Ты там точно любишь, что ли? I can't tell what you're thinking. Понять бы, что у тебя на уме вдруг. Okay, fine. Понятно, только позволь мне рассказать все с самого начала. Теперь у нас типа история с ее, да, стороны. Я родилась здесь, на Пандоре, в городе, окутанном мраком и известном под названием Астрал Лощина. Это в пещерах. Так, или иначе, я долгое время жила с сестрой. Просто пара детей, которые ворвали все подряд, чтобы выжить. Пока мы не встретили Феликса, мы пытались украсить его бумажечку, но она не просто поймала нас. Она показала нам искусство воровства. Пора мы работали вместе. Товарищ слишком затянулась, она ведь ждет. Это последнее дело было самым крупным из всех, оно могло обеспечить нас на всю жизнь. Знакомая история. Что я могу сказать? Так началась многие истории. Фиона, расслабься. Беспокоиться не о чем. Феликс, наставник. Предыдущей жизни? Вот. Выглядит прикольно. Если Август не идиот, то он писал штуку одной из Маркионка Гиперёна. Они не должны ничего заподозрить. Немногие видели ключ от хранилища, будет он настоящий или нет. Краска все еще сохнет. Я думаю, что он не очень беспокоится. Если бы я не был уверен, мы бы не сделали это. Эй, ты же профи. Твоя работа, твоя сестра выиграла свою роль. Они не меня содержат, закончили дело любыми доступными способными. Или это представляет тебе как у сумасшедших? То ты будешь сидеть на коротком и короче по поездке и какашек, ясно? Так, у меня есть блестящий мясоцикл. Ты излишне беспокоишься. Уверен, я смогу это сделать. Именно это я и хотел услышать. Ну, поехали. Фиона, когда ты даст тебе роль, сыграй ее максимально правдоподобно. Сделай выполнен неожиданно. Не было времени для полноценного. Дополнительные меры предосторожности от непредвиденного. Мне понадобится что-нибудь побольше. Я на самом деле не люблю оружие. Я это тоже не люблю. Но оружие можно защитить. Ты должна взять его. Пистолет только для крайних случаев. Один патрон. Именно так. Ты в состоянии решить большинство ситуаций словами, а не выстрелами. Пистолет только для крайних случаев, я поняла. Так, и как это работает? Серьезно? Типа у нее нету. Я понял. А нахера нам деньги? Блющий мужчина. Давай же, ты все еще выдавливаешь. Я уверена. Ящик с вещами. Figures. Как всегда. Ах, основная лощина. Это место, где процветает культурное искусство. Психи-карлики.
Заканчивайте, хватит тыкать его ножом. Piss off. Проваливайте. Ну, давайте вернем. Ага, всегда пожалуйста. В принципе, я мог бы забрать деньги, и мы уже все равно бы они уже не пригодились. Больно, наверное. Sorry, no. Прошу прощения, если вы необычно посетили вход в опрещенную красавица, только VIP. Тектор Реднер. Хорошо на... Private function. There's the Firestone Tavern down the road. If you really need a drink, they'll take care of you. Well, that's good, because I'm a VIP. What? Что? Really? Правда? Yep. So if you could just get the door. Так что можешь открыть мне дверь. Кстати, я в этом не уверен, дамочка. Без обид, но для меня выглядит слишком обычно. VIP не модных людей. К тому же, где-то был список. Погоди-ка, это же ты. Твое лицо есть на том плакате. Да еще слова какие-то. Что это, а? Что там написано? Just because I ain't the strongest of readers. That's the VIP list, and I'm on it. И я в нем. They probably put a picture to make it easier on you. На нем же есть какой-то он короткий. Я настолько важна. Я даже не знаю. Дорогие Декстер, она VIP, которую мы ждем. Сестренка подельник. Черт побери, Саша, почему ты не сказала, что она с тобой? Прошу прощения, дамочка. Не могу поверить, что это сработало. Я тоже не могу. У Августа сейчас встреча, так что у нас есть пару минут, но со временем можно здесь тебе доверять. Но хоть я тебя спрашивал, поэтому мне пришлось придумать тебе легенду. Она большая, замечательно. Итак, ты ладилась, трус, мы с тобой давно не друзья, ты археолог, украл ключ от хранилища, раскрасил Андрею Бэю, Ронал Бэю. Встретился в баре пирога перед последним днем наемника, когда благодарил детали здесь. После этого я решила знакомить тебя с Августом. Мы с Августом идем на сделку, потом мы нашли деньги на троих. Если он спросит что-то еще, тебе придется импровизировать. Ты ведь все поняла? Нет. Нет. Говори помедленнее. Саша, что тебе... Фиона, ты меня убиваешь. Ладно. Ты... Томми, ну уже. Вспомни, сколько всего нас... Мы уже давно знакомы с твоей семьей, Август. Верно. Именно поэтому я тебя прощаю. Передай жене привет, ладно? Стой, это же не тот, который... сын теперь. Дектор. Да, босс. Последи, чтобы Томми дошел до дома в целости и сохранности. Еще раз спасибо. Ну да. Должно быть, ты Август. Август? Эй, Август, это... Привет. Саша сказала, что ты хочешь кое-что мне показать. Ты Лидия, верно? Страус? Саша сказала мне много о тебе. Она обеспечивает меня.
You can be trusted. That's me, Lydia Strauss. Да, Лидия Штрюц. Sorry about that. Прости, что задержался. I hope I didn't keep you waiting. Надеюсь, я не застрял. Нет, хорошо, не надо. Хорошо, не надо, Август. Хорошо, я заплачу, заплачу, заплачу. You are. Хорошо, заплатил. У этого ублюдка был щит производства Маливан. И несколько шибануло током. Простите за беспорядок, босс. Больше такого не повторится. Sorry about the mess, boss. Won't happen again. Well, что ж, это было весело. Детка, налей нам выпить, а затем помой пол. Мне хочется потом его ремонтировать. Sure thing, babe. Конечно, малыш. Let's get to business. Пора обсудить новый бизнес. Skip out on не хватает time. Денег, чтобы yeah. расправиться. Yeah. Да, like что-то вроде того. Твои сделки всегда так заканчивались? Твои сделки всегда так заканчивались? He said he'd do something. Он не сдержал свое обещание. Я не выношу без бесчетных людей. Have a seat. Присаживайся. So, how long Итак, как долго ты работала археологом? Fascinating. Достаточно долго, чтобы найти ключ от хранилища. Я занимаюсь этим уже пару лет. Must be tough. Наверное, это трудно. Быть вдалеке от друзей, например, от Саши. It can be tough, работа but трудно, it's но выгодная. Work. Если все пройдет по плану, то ты еще раз убедишься, насколько это выглядит так выгодно. Интересно. Где ты нашла этот ключ? Какая разница? Теперь Саша mentioned it was one of the Eden 6. Я нашла его на Eden 6. Там великий. Точно, Eden 6. Маркл любит говорить об этом месте. Он говорил, что там хорошо. Там становится хорошо, где находится ключ от хранилища. Не сомневаешься? Спасибо. Надеюсь, я не перепутал шестерку с пятеркой. Итак. Конечно. Ого. Красота. Он прекрасен. Sorry, извини, никогда другие вещи. Well, что ж, я доволен. Vasquez, позволь Васкесу и назначу сделку. Vasquez, Васкес, это август. Ну что, ты готов купить ключ или как? Эй, ты что, включил громкую связь? Серьезно? Нет, послушай, я даже не знаю, значит слово торговаться, но я точно знаю. Я знаю, что значит торговаться. Просто эти парни из Гипериона не любят вести дело с комплиментами людьми. Не думаю, что я обычный нервный головорез с Пандором. Нет, мужик, это крупная дальше. Так что, если ты хочешь совершить обмен, то придется. А, так я могу здесь паузу. That ain't good enough, buddy boy. How well do you know this Vasquez guy? Ты хорошо знаешь этого парня? Я пересылал пару раз. Он тут еще урод. А все созвуки не вперед такие. Я это заметил. Сейчас я все разъясню. Мне нужно десятки миллиардов долларов. Именно. Мы будем ждать тебя. Да, так и разговаривать будешь со мной. Итак, ключ будет у Саши, потому что мне бы это пригодилось. Однако после инцидента с Томми я это не удивляюсь. Бери свою пушку и детка. Поняла. So that's it? Это все?
Эта сделка закончится, она сообщит тебе, где забрать деньги за дело. Мы поедем за ними. Мы на месте. Дай нам знать, когда будешь готов. Эй, Август, у тебя на лице немного испачкано. Давай я сотру. А, спасибо, моя дорогая. Не могу поверить, ты позволила ему дотронуться до ключа. What was I supposed to do? А что я, по-твоему, должна была сделать? Ты должна была остановить его. The look on your face when he smeared it on his cheek. Когда он разлил краску на лице. Это не смешно. Вообще-то это до сих пор такое, ведь он определенно жив. Порядок. Мы приступили. Где вы были? В порядке все? Но это то же самое, что они о чем разговаривали до этого. That's Pandora for you. If it ain't a freaking bug stampede, some jerk off is using you for rocket practice. All right. Well. Ну ладно, занимайтесь своими делами. Your business things then. I'm August. Я Август. Думаю, вы так это знаете. Is Vasquez coming? There are two guys here. Здесь два парня, но среди них нет Васкеса. He may have sent some lackeys. Похоже, он прислал пару марионеток, не захотел марать руки. Ох, черт, у одного из них эхо-имплант. Если он просканирует ключ, то быстро распознает подделку. Так, мы должны отключить имплант. Феликс, мы должны отключить имплант. Да, точно, хорошо мысль. Секунду, была маленькая эмо-устройство, найди его, пока я не собирал детонатор. Чего? Окей, давайте я на этом остановлюсь, как я и говорил.